III веке в городе Аквилея, что в Северной Италии, жил благочестивый человек по имени Анастасий. Был он истинным христианином и родил за распространение среди людей истинной веры. А потому ходил он по разным городам и нес Слово Божие в народ. В одном из далматских городов, Салоне, за свою деятельность миссионерскую праведник был схвачен и приведен к судье. Отважно и без колебаний исповедал мученик Анастасий Христа истинным Богом и Творцом всей твари. Судья, узрев, что ни страхом, ни лестью не склонить этого христианина к отречению, приговорил его к смертной казни. С блаженной радостью принял мученическую смерть за веру свою Анастасий. Тело его было сброшено в море, но обретено праведной христианкой Асколапией, которая с почестями погребла его в своей домашней церкви. Мощи святого ознаменовались многими чудесами. Седьмое ноября. День памяти святого мученика Анастасия Аквилейского Салонского.